лидеру по средней результативности Руны в этом сезоне. Иванович обыгрывает Виталия Фридзона и набирает килл на Алекса Тайуса. Здесь же Николай Жемака против Фридзона на дугу. Отличное движение. Бросок из москвичи. Очень активно действует Руна в атаке, на скорости, на Иванович. Душина Беслыча 11, плюс ко всему прочему. Душин Беслыч еще и сумел оформить дабл-дабл. 11 очкам, он добавил 11 подборов. Илья Попов пытается отклеиться. Вот сейчас получает он передачу. Никола Иванович со средней, разорвал дистанцию. В целом равенство. И Руна, Илья Попов, никто ему не мешает пойти. Игры Собин против Доминика Мавра. Отличный заслон. Не стал сам бросать Андрей Арейш на Ивановича. Тайус против Петенева. Но здесь преимущество есть. Пока что у нас прям конкуренция между Ньюманом и Морганом. И Хэммонсом с Хиллом. И два очка. Иванович. Рядом с ним Доминик Мавра, меняются игроки. Вот сейчас уже переключился Хэммонс на Джувен. Повтор игрового эпизода. Здесь позабыли Ивановича. Однозначно хозяев паркета. И плюс 6 они не ведут. Но вот здесь отличный бэкдор от Николы. И на концовку. Но я думаю, что через минуту, через две и Хилл, и Морган обязательно появятся. Пока что игру берет.